Около полуночи 6 апреля на железнодорожных путях в районе станции Аксютовка Змеевского района прогремел взрыв. Железнодорожный путь на перегоне Жихарь-Змеев подорвано неизвестными лицами 6 апреля в 23:45. В результате взрыва было повреждено 50 сантиметров правой нити нечетного пути. Взрыв произошел во время движения локомотива грузового поезда номер 3805, сообщением «Основа Шебелинка» в составе 25 вагонов. Машинист локомотива услышал хлопок и совершил аварийную остановку поезда. При обследовании было выявлено, что частично пострадал локомотив поезда и 50 сантиметров пути. Железнодорожники Южной магистрали полностью ликвидировали последствия взрыва железнодорожного пути на перегоне Жихарь-Змеев. 4 часа 21 минуту восстановительные работы были полностью закончены и открыто движение поездов. Взрыв прогремел и в Харькове. 7 апреля около 3:40 на проспекте Правды возле стелы с флагом Украины. Пострадавших нет, от взрыва вылетели окна в соседних зданиях, а также повреждена основа стелы. Силовики квалифицировали взрыв на проспекте Правды как теракт. Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины.